Всем мэраба, дорогие зрители. Я нахожусь в этот раз в районе Тосмо. Тут продается квартира в новостройке 1 плюс 1. Проект был сдан почти там 2 месяца тому назад. Только уже инфраструктура вся подключилась. Так, здесь первый санузел. Видите, да, что даже этикетки все стоят. Душевая кабинка. Как она открывается? А, вот так. Открывается душевая кабинка. Использована качественно стройматериала. Находится хорошая тоже локация. Расстояние до моря максимум 700 метров. Здесь есть доводчики. Я неправильно открыл дверцу. Гранитная столешница. Или акриловая, что-то не понял. Вот. Высокие потолки 290 сантиметров. Стол не раскладывается. Так, в эту сторону пойдем. Инфраструктура есть: открытый бассейн, сауна, джакузи, детская игровая площадка. Ну, все, я вам покажу. Ролик не закрывайте. Я коротко люблю снимать ролики. Хочу мочить никого. Вот. Спальня 12 квадратных метров. Видите, все как надо, все помещается. Это минимум 12, может быть 12,5-13 квадратных метров. Потому что здесь есть проход. Видите, ну что? Метр. Так. И здесь где-то 70 сантиметров между шкафом, плотином и кроватью. Такая хорошая квартира. Балкон здесь большой. Так что полезная площадь здесь минимум 47-50. Вот балкон где-то 12 квадратных метров. Редко кто сейчас строит большие балконы на новостройках. Понимаю, такой вид. Сторона южная. Там море. Здесь сеть магазинов ШОК. В той стороне сеть магазинов А101. Бассейн. Также здесь продается у меня 2 плюс 1 на втором этаже. Там цена 225 тысяч евро. 2 плюс 1. А цена этой квартиры 138 тысяч евро. Разных из его. Эту квартиру. Твоя квартира, фотографии у меня есть. Могу скинуть. Кто хочет. И этой квартиры. Ага, все, спускаюсь я вниз. Этаж высокий. На этаже 5 квартир. Вместимость в лифт 7 человек, 6-7 человек. Если вас интересует какая-нибудь другая недвижимость, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если не отвечу в Telegram, пишите на WhatsApp. В основном я там. Итак, привет, я тоже передаю снова. Тут ходит лобби. Еще не установили, видите, еще кое-какие мелкие дела идут. Есть генератор, открытая парковка, и скан квартиры есть, видите, уже эмблему ставят, раньше не ставили, как получать технический паспорт, закрепляют сертификат на здание. Бассейн, там зона барбекю они доделают, беседка уже готова, вот там беседка. Тут детская игровая площадка, инфраструктура в другом блоке.
Детская игровая комната, площадка. Тут уборки делают, не буду снимать людей. Санузлы. Ага. Так, наверх снег. Вот фитнес. Видите, еще его не установили, раковину. Фитнес не до конца установлен. Джакузи. Айдат еще не определен, но думаю, что будет 700 лет. Римская парная комната. Сауна. Ах, пахнет как хорошо. Все. Жду вашего звонка. Всем пока-пока.